К 9 годам лишения свободы приговорили бывшего главу филиалов аграрной кредитной корпорации в Уральске. К различным уголовным наказаниям также приговорен ряд лиц, причастных к хищению средств. Все подробности у нашего корреспондента Альбины Каленовой. Из материалов дела стало известно, что руководители крестьянских хозяйств Миржан Арыстанов, Нурберген Джумагулов, Малик Ержанов, а также Мирамбек Байгутиев с помощью Ербулата Онгарбека, занимавшего руководящие должности в филиалах аграрно-кредитной корпорации, незаконно получали денежные средства, предназначенные для кредитования крестьянских хозяйств. В результате противоправных действий осужденных государству был нанесен ущерб в размере более 600 миллионов тенге. Приговором суда Ербулат Онгарбек признан виновным по 2 статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан и получил наказание в виде 9 лет лишения свободы. Онгарбек осужден за злоупотребление должностными полномочиями и присвоение веренного имущества в особо крупном размере и приговорен к 9 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Осужденный заявил в суде, что не согласен с решением суда и будет обжаловать приговор. По его словам, все решения в агрокорпорации принимались коллегиально. Меня заказал криминальный ответ. Если хотите, я могу дать стенограмму. Я официально заявляю, я могу дать стенограмму его людей. Вот эти все люди, которые освобождены от ответственности за истечение срока давности, все его ребят, все они судимые за особо тяжкие преступления. Я их не кредитовал. Биржан Нуркатов и Айдын Камзин также признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 и 5 лет соответственно. Другие осужденные освобождены от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован. Альбина Каленова, Айбулат Джагапар, Александр Грабарев, ТДК 42.